И всем привет, ребят, с вами у микрофона Эмиль, тот человек, который любит красть у всех блогеров приветствие. Ладно, так, туда-нибудь идем. Сейчас пропаркурю, ребят, про профессию. Я все профукал, кстати, да. Да, я все профукал. То, что мы заработали в прошлой серии, считай, эта серия просто бесполезна. Кстати, я вот после записи ролика такой, я дебил. Мы алмазный меч не могли найти этот эндер-сундук, чтобы положить алмазный меч. Ну так вот, можно было же сделать, можно было же просто найти какое-нибудь место и установить там точку home, и все будет нормально. Сколько урон? 3. Ё-моё. Блин, не бей, Паша. Паш, когда посмотрел много пародий. Опять всё про... Я так хочу настучать по этой клавиатуре, но не могу. Денег не хватит на новую. Ладно, ну хватит денег. Лишние траты, как бы. Но все равно же должен подписаться на канал. У нас вот. Вот отсюда вот оно. До Нового года чего-то никакой. 28. Да, 28. Считай, день уже кончается, так что 1, 2. Ну, 2 дня осталось. 15 подписчиков за 2 дня. Но если мы поднажмем, я поднажму по скоростям видео, то это вполне реально. Как только я поеду в город, мы пойдем за ним гулять. Будем приставать ко всем людям, просить. Подпишитесь, люди добрые. Помогите каналу, чем можете. Станьте спонсором. Правда, пока 1000 подписчиков нет, спонсором стать невозможно. Что меня расстраивает. Алмазный блок. Пацаны, гоу тимится. Пау-пау. Жду на миляля, уля-уля-уля-ля. У меня пустой карман. Уля-уля-уля-ля. Жду на миляля, уля-уля-уля-ля. Уля-уля-уля-ля. Если он сзади подкрадется и ударит меня, ой, ему конец какой, вы даже не представляете. Пойдемте погуляем, ребятулики. Да, скоро новая рубрика «Жизнь ютуб». Да мы же дружбаны, все. Хопась, если бы у меня был алмазный меч, он был бы моим дружбаном. На собака. Ну, как бы он не собака, потому что ничего мне не сделал. Ты собака меня ударил? Никуда ты на хоум не телепортируешься. Мы его уже избили. На. Иди сюда. Ах, он меня еще бьет. Ну все, тебе конец по полной, братан. Блин, пацаны, у меня не работает. Я вообще тут лишний, пацан. Да я тут никто, вы чё, братан? Ладно, допустим. О, я подумала, это стрела лежит. Ладно, сейчас приду на PvP-арену. Так, ребята, все, я подошёл к PvP-арене. Упасть, это сейчас было... Что такое? Это что-то кинули, да? Конечно, со мной никто дружит. Кто-то что-то скинул или мне показалось. Там меч случайно и поднял обратно. Может, еще раз ты случайно что-то скинешь? Пацан, я вообще никто. А это фо... Это... Нет, это не он.
Иди нафиг. Лох. Его, ну, как я ударил, просто лох. На изи его просто разобрать можно, потому что он лох. А я так тут 10-й лишний, какой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-й лишний, да, все правильно сказал, вообще ничего не имею права, просто уйду, и все будет нормально. Была бы у меня еще железная кирка, ребят. Пацаны, никто со мной не ошибается там. Этот на ледике пока. Никуда я не буду кататься. Хотя покатаюсь. Сейчас такой сзади подхожу к пацану. Давайте напугаем. Пацан, я пошел тебя пугать. А как здесь подняться? Я что-то не понял, ребят. Не понял юмора. Подождите. Я понимаю, здесь подняться, а здесь что, нереально подняться? Да ну, но зачем? А как? Ребята, как я мне? Помогите! Я не хочу хоум прописывать, я хочу кого-нибудь сзади напугать. Тут невозможно выбраться. А, вот, вот здесь, если тут... Слава богу, нашел путь. Сейчас кому-то врубаем режим... Врубаем, говорю, режим стелса. Сейчас кому-нибудь подойдем, напугаем. Сзади 40 откусим. Пацаны, тыщка. Пацан, я вообще тут третий лишний, я не понимаю, что я здесь забыл. Пацан, отстань, брат. Со мной никто не гонится же. Ну, правильно. Что со мной бедняком гоняться-то? Что-то он скинул. Нет, не скинул. Это крошки от еды. Тыщ-тащ-тыщ. Пацаны, не бейте, я вас умоляю просто. Тыщ-тащ-тыщ-тыщ-тыщ. Пам-пам. Это ручкой поработать только. Поработал ручкой, Эмиль. Иди. Понятно, ничего не понятно. Так, я тут зашел, ребят, на... Чьё рассадник какой-то? У меня 2К, что я могу купить? Кварц, вы серьёзно? Я пойду себе накопаю. Дайте мне что-то, кажется, стоун и литры 50-ка. А как здесь денег заработать? Я помню, раньше играл, денег можно было зарабатывать, работал где-то. Лесоруб, я как раз, да, я ломал деревья. Кто олд, тот знает, кто смотрел мои ролики... Примерно с 2 месяца, как я создал канал, тут точно знаю. Прям, когда я начал. На сервере, не, я даже что-то май не записывал. Ну, короче, те, кто смотрит уже долго мой канал, хотя бы 5 месяцев смотрит мой канал. Нет, ну, 4 месяца, 3 месяца мой канал смотрит. Те знают, я играл на сервере. На этом, летом. Ты чё? Золотые ананасы. Это что? Это что такое? Это же ша. Пышкам. Это пацаны, это святое, братья. Братья мои, братья. Пошел нафиг. Надо. Все, что выкидывают, все, ребят, нам надо, помните. Пустые бутылки, вот как раз от зелий этих силы ваши. Ау. Блин, а за что продам? Мамаем. Пацаны, где здесь работу найти? Давайте погуляем по серверу. Просто не знаю, я играл. Я вчера, помните, ролик уже выходил. Я не знаю, где работу найти. Дайте мне поработать. Я хочу бабло заработать. Деньги, понимаете? Деньги. Деньги пахнут. Пусть я, сумка, берки, мой канал. Такс. Мне нужна работа. Хотя бы лесник. За одну монету в день, но работать хочу я.
дайте мне работу, хоть какую-нибудь. Понимаешь, что испортили сервер? Зачем его? И если я здесь найду эндер-сундук, работу, я побью себя. Напишу матный комментарий под первой серией на сервере, как мы играли. Я просто работу здесь не нашел. Но если бы у меня железная кирка сейчас была, я бы стал пиксельярдером, я вам так скажу. Ну, жаль, нет у меня жить. Почему? Ой. Давайте купим. О, реал. Почему я так умею? Где найти работу? Алиса, я хочу найти работу. Алиса, работа. Хоть подписчик прибавился. Никто просто, никто на меня. И не подписывает, и работает. Вы что? Ладно, так. Ну, что ты застыл? Выйди с сервера, дай по другим поиграть. Кто хочет это? Не, это кто у тебя? Я ухожу. А у него такой донат, что он, наверное, не может договориться, чтобы мне... И все. Не будет Эмили. Тут еще проходит. Я не знаю, я не знаю. Киты, киты, денег стоит. Аукцион. Кто это? Скупщик. А, ты типа тебе продавать можно. А у меня вот что есть. Ё-моё, сейчас триллионером стану, пацаны. За сколько? У меня два. Это подписчик? Я не знаю. Я триллионером стану, отвечаю. Господи, как, до чего я дожил, ребята, просто, это сколько? Я просто в шоке, до чего я дожил. Сколько у меня? 2007 долларов. Да ладно. Привет, брат. Не хочешь со мной дружить? Вот я не хочу с тобой. Пойдем сейчас в обычный мир. Я тебе 500 стаков, триллионов стаков песка накопаю. Ты мне заплатишь. Ученик мира. И вот идеально, ребят, я заспаунился, честно скажу. Идеально, просто сразу с песком. Это не в переносном смысле, это в прямом. А если я еще сейчас надыбаю дерево на лопату, если здесь сейчас нет привата, то это просто... Молюсь вам, Бог, спасибо, целую вас. Целую воздух. Просто привата нету. Все ж женщины. Ё-моё, уйди, брат. А, я думаю. А так? Зомби, подходите. Вы чё, родные? А за крипер? Подожди. Я сейчас зарублю. А, как раз я сейчас верстак скрабчу. На палке хватит. Я одна, чтобы... Вообще идеально. Это специально. 10 штук дали. Долларов. В смысле. Сюденька. Пацаны, сейчас заживем, я вам отвечаю. Да я сейчас триллионером стану, серьезно говорю. Сексиллиардером, ребят. Просто. Сейчас я буду этим. Кто это был? Мне кто-то треснул. Но мне не дали ПВП, значит, это не игрок. Значит, это админ. А, меня, наверное, проверяли на античит. Ну, вот отталкиватели. Этот. А если это думер? Думер, я в ролик попал.
Буду следить за домом. А, это ж Фанди сервер. Точно! Вспомнил. Фанди по... То шо, а? Я уж подумал, что за сатанистская сила. Наверное, кто-то на меня пожаловался на античит. Был кинут игроком. А прикиньте, меня сейчас забанили. Да мне, в принципе, пофиг бы было. А чё расстраиваться? Забанил, забанил. Мне... Понимаете, мне пофиг. Уж, я уж 15 минут этот ролик записываю, и мне впервые нравится записывать. Нет, мне не впервые, мне вообще, мне всегда нравятся ролики для вас пилить. Ну, это слишком просто прекрасно. Сейчас пилится ролик. Когда будем жизнь стримера пилить, жизнь ютубера этого. Давайте стак надыбаем песка. Чтобы этой тетке продать, я вас умоляю, я сейчас триллионером стану просто. А прикиньте, у меня было мало сердец, и вот меня проверяли этот античит, и все просто. Все. И все. Треснули бы один раз. Нет, Эмили. Он, наверное, тот, кто проверял, подумал бы. Вот у меня руки-базуки. А это не у тебя руки. Подождите, мне что, опыт дают? Что эта штука крутится? Отдай. Где она? Подождите. Вон она крутится. Желтуха. Сейчас подвигаюсь, может, дастся. 60. А надо... 64. Значит, вот так вот. Вот так. Вот так. И пойдем сейчас к пукщику, сейчас пойдем. Хом. Поехали. Купщик. А бизнес мутится, бизнес крутится. Ты что? О, я уж испугался. Ой, сейчас разбогатеем. Богатей. Все. Си стоит 2к, 100. Я просто, я сейчас триллионером стану, серьезно говорю. Пойдемте подеремся. Напоследок. На конец серии. Подеремся. Вот только прихожу, и уже какая-то замануха, замаруха. Что ты там скинул, пацан? Я считаю это удачным днем. Ёпсель. Это моё. Братаны, я в шоколаде. Что он кинул? Всем привет, объявление. Блин, так как я же зашел? Ребята, а у меня идея, а если мы поставим точку home в этом? Как вам сказать? Ну, в этом, на PvP-арене.
Получается, меня должны туда перетелепортировать, когда я буду умирать. Я не знаю. Но я забыл, как ставить .com. Обязательно в третьей части мы это сделаем, проверим. Напомните мне только в комментах, напишите. Под роликом, последним, который будет выходить. Вообще, под каждым роликом это мне напишите, чтобы я точно не забыл. Ты, собака, взяла мой топор. Пау-пау-пау. Тяу-тяу-тяу-тяу-тяу. Пацаны, я 5 копеек чисто... Мои 5 копеек, я вижу, помогли братану, пацану вообще. Ёперный театр. Я вижу жизнь прекрасно. На. Успел! Нет, не успел. Два сундука. В жизни пригодятся. Блин, я так не хочу ролик заканчивать. Блин, чуть не сдох. Подписчик, ты мой подписчик. На. Блин, меня бьют. Ладно. Ребята, на этой прекраснейшей ноте мы будем заканчивать нашу серию. А с вами был я, Эмили Мил. И всем удачи, всем пока!